Це програма «Гістудії» на телеканалі «Сігма». Я Ганна Дробот. Добрий вечір. І сьогодні ми будемо говорити про проблеми і розвиток Донбасу з народним депутатом України Володимиром Вороновим. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте почнемо з такого питання. Ви є співголовою групи з міжпарламентських відносин зі Швейцарською конфедерацією. І ви були в складі тієї групи, яка супроводжувала візит президента Зеленського і президентки пані Самаруги на Донбас. Тому моє перше питання буде стосуватися саме цього візиту. Який, на вашу думку, найголовніший результат цієї поїздки, що вона може дати Україні? Ну, в первую очередь скажу, что это историческое событие, и визит президента Швейцарии – это первый визит за время существования независимой Украины. То есть до этого ни разу такие высокие первые лица государства Швейцарии не посещали Украину в принципе. Вот. И очень важно, что во время визита в Украину президент Швейцарии нашел возможность и приглашение посетить Донбасс, так как это стало таким знаком большого внимания международного сообщества к Донбассу. И это как минимум вселяет в нас надежду на то, что есть перемены в направлении мира. А пані Симонета Самарога приїжджала з гуманітарною місією. Наскільки я пам'ятаю, там було 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Так, це були вантажівки для Вади Донбасу і для лікарень. І вони анонсували, що, мабуть, наступний візит і наступна гуманітарна допомога будуть у вересні. А ви що знаєте про це? Ну, я думаю, что здесь, наверное, лучше говорить уже о том, когда эти гуманитарные миссии состоятся. Вот. Мы, в свою очередь, хотим поддержать эти инициативы. И я, как глава группы дружбы межпарламентских отношений между Украиной и Швейцарией, во время недавнего общения в офисе президента инициировал приезд всей команды посольства Швейцарии в Украине, чтобы они приехали всем коллективом и увидели Донбасс больше, чтобы у них появилась возможность его раскрыть. Так как визит был короткий, вот, и были сотрудники посольства, конечно же, и посол. Вот, но мы хотели бы уже в сентябре, возможно, в начале октября, сделать такую расширенную поездку на 2-3 дня и показать предприятия и какие-то культурные объекты. То есть Донбасс нельзя увидеть за 2-3 часа, тем более во время заседания за круглым столом. Его нужно увидеть, прочувствовать, пообщаться. Але ж я так розумію, що це не просто поїздка буде. Мабуть, ви хотіли б якось налагодити співпрацю між Україною і Швейцарською конфедерацією. Але, якщо чесно, от мені дуже важко уявити цю співпрацю. Чому? Тому що наші дві країни, як на мене, це зовсім дві різні планети. І про Швейцарію, якщо навіть глибоко не копати, всі знають, що це фінансова столиця світу. Швейцарія, що там дуже великий рівень життя, що дуже низький рівень безробіття, що зростає ВВП шаленими темпами кожний рік, що дуже великий рівень освіти, і вона навіть унікальна, починаючи з дошкільною і закінчуючи, наприклад, там університетами. IT вони підтримують, автоматизацію, робототехніку, розумієте? Чесно кажучи, я не знаю, чим Україна могла б зацікавити Швейцарію. Що ви на це скажете? В яких галузях можлива наша співпраця? Ну, ми зовсім недавно ініціювали, як мені сказав посол, ми ініціювали і посольство Швейцарії підтримало офлайн-встречу.
То есть так как карантин, и это была первая встреча офлайн в посольстве Швейцарии после такого жесткого карантина. Вот. И мы делились идеями межпарламентской дружбы, вот, взаимоотношения между двумя государствами. И как один из вопросов, который был поднят, это проект Швейцарии, это зроблено с Украиной. То есть Швейцария готова сотрудничать с предпринимателями, с нашими инициативами о том, чтобы строить какие-то совместные предприятия на территории Украины, то есть где-то, где Швейцария может предоставить какую-то помощь, инвестиции, где-то какое-то оборудование. И, ну, как приведу простой пример, допустим, есть аграрии, которые выращивают пшеницу. Вот. Но если мы возьмем современное швейцарское оборудование, благодаря которому мы будем перерабатывать пшеницу именно в то качество муки, которое сегодня востребовано в Евросоюзе, то мы получим значимую добавленную стоимость, и тогда мы не будем в топах стран, которые являются сырьевым, ну, поставщиком сырья, а мы будем числиться в числе государств, которые заботятся о добавленной стоимости для, ну, со своей продукцией. Ну, тобто, йшла розмова не взагалі про співпрацю, а вже ви для себе знаєте, які галузі ви будете підтримувати завдяки цієї співпраці, так? Будете підтримувати підприємців, так я розумію? Звісно, на самом деле, ну, год назад я возглавив эту групу дружби. І, звісно ж, першим ділом ми з моєю командою проаналізували всю історію дружбы между двумя парламентами этих государств. Вот. Я, как человек, который пришел в политику из бизнеса, вот, меня всегда интересует результативность, эффективность правления, менеджмент. И мы анализировали, какой KPI. То есть, да, мы проанализировали, что были визиты, ответные визиты, посещение парламента, ознакомление там, с достопримечательностью, еще какими-то вещам. Но как такового накопленного опыта, который бы, например, достался бы мне в виде готовой инфраструктуры, ну, мы ничего не получили. И мы, как основное наследство, которое мы получили от предыдущей группы дружбы Украины и Швейцарии, мы получили, наверное, позиции 30 каких-то острых проблем, которые нужно было срочно решать. Вот. И для того, чтобы их решать, необходимо пересмотреть вообще государственную политику в отношении межпарламентских групп дружб. Потому что для того, чтобы что-то сделать, нужна качественная инфраструктура. Причем качественная инфраструктура как со швейцарской стороны, так и с украинской стороны. И очень хорошо, что на наши идеи легко откликаются и посол Украины в Швейцарии, и посол Швейцарии в Украине, и заместитель главы офиса президента Жовко, господин Жовко. То есть он тоже поддерживает нашу инициативу, что группы дружбы между странами могли би працювати намного ефективніше. Давайте зараз поговоримо більш все ж таки про розвиток Донецького регіону. Давня проблема Донбасу – це істотний дисбаланс між розвитком районів нашого регіону. І ця проблема не сьогодні вона виникла, і вона є до цього часу. Як на вашу думку, ви сказали, що ви підприємець, може це питання до вас є близьким. Скажіть, як на вашу думку можна добитися оцього стабільного, а головне рівномірного розвитку усіх районів нашого регіону? Ну, первый вопрос, который абсолютно очевиден, и это первый вопрос, который задается во время заседаний любых рабочих групп, будь то представители коммерческих организаций, общественных, вот, это, конечно же, в первую очередь вопрос мира. Потому что если мы говорим о развитии, если мы говорим об инвестициях, то
встает вопрос о безопасности инвестиций. Ну, конечно же, это в первую очередь. Потом, если мы говорим о, ну, скажем так, о линии разграничения, то, конечно же, близость предприятий к линии разграничения, ну, скажем так, усложняет их работу, и мы имеем на самом деле не, ну, ну, совсем небольшое количество территорий, где, ну, скажем, есть полная безопасность для развития каких-то больших новых предприятий. Вот. Большую трудность составляет вера населения в регион, потому что за последние 6 лет мы видим существенный отток молодежи, и это те люди, которые не видят перспективу в регионе, и они вынуждены переезжать в другие регіони України, в центр і так, навіть далі зробити. Так, я розумію, про мову ми ще з вами сьогодні поговоримо. Ви сказали, що, давайте так, мир – це стабільність. А якщо говорити про рівномірність розвитку, що треба зробити? Очень тяжело судить, но я думаю, что равномерность позволит... Можемо зараз можемо говорити про той процес децентралізації, який зараз в країні? Ну, возможно. І здесь нам нужно в тому числі теж позаимствовать опыт у швейцарской стороны і тих стран, де ці процеси вже пройшли, і де більше ініціатив сьогодні мають громади, звісно ж. Давайте ще поговоримо, в мене таке питання. Дуже багато в регіонах України своїх проблем соціально-економічних. Десь вони схожі, десь вони різні. Але все ж таки безробіття і низький рівень життя, вони з'їдають Україну. Як, на вашу думку, чи можна їх побороти саме в Донецькому регіоні і яким чином? Ну, опять же таки, мы говорим о социально-экономической ситуации в регионе, ну, в Донецкой области. И здесь нравятся инициативы по созданию зон приоритетного развития и, возможно, каких-то специальных льгот, которые бы, ну, являлись каким-то дополнительным магнитом для того, чтобы... Я уже не говорю о привлечении новых каких-то предприятий, а уже хотя бы об удержании существующих. Тобто ви говорите зараз про розвиток малого середнього бізнесу, про підтримку малого середнього бізнесу? Нет, чи, это раньше было такое определение, как свободные экономические зоны. Угу. Это, возможно, какие-то льготы по, ну, специальные... Ну, специальный процент налогов, специальные условия. То есть для того, чтобы бизнес видел ощутимую выгоду ведения бизнеса на этой территории. А слушайте, ну які преференції зараз можна надати бізнесу, щоб вони з тими ризиками, які зараз є, вони вам повірили і сказали, так, ми будемо працювати. Ви ж бачите, що діється, тобто у нас зараз і малий, і середній бізнес дуже ризикує, коли працює. Про те, щоб відкривати нові підприємства, ще й додався ще ковід, ну це дуже важко з ними розмовляти. Тобто їм треба надати якісь умови, ну, такі суттєві, щоб вони повірили і сказали, так, ми будемо розвиватися. Може там надати якісь... А про що ви говорите? От коли говорите, що треба надати там якісь льготи і інше. Наприклад, якщо ми говоримо там про розвиток фермерських господарств. Ну, неважно, о якому направленні ми говоримо, очень важно научити людей, жителей региона, научить взаимодействовать друг с другом. Очень много инициатив, будь то предприниматели, молодые предприниматели, общественные организации, государственные служащие. Я наблюдаю за последний год пребывания в области, ну, очень активное пребывание здесь, я вижу отсутствие коммуникации и отсутствие взаимодействия. То есть у людей нет элементарно платформ для общения. То есть они не общаются друг с другом. То есть они живут какими-то такими устаревшими понятиями, что бизнес сделать сложно, трудно начинать. И если, скажем так, участники будут коммуницировать, у них будет больше возможностей делиться опытом друг с другом.
Досвід – це, безперечно, важливо. Але скажіть, будь ласка, може якось ви плануєте підтримати їх на законодавчому рівні? Вони поговорили, поділились досвідом, це все прекрасно. Зрозуміли один одного, але якщо нема підтримки на законодавчому рівні, ну, важко відкривати свій бізнес. Важко вирішити, що ти готовий на це, що ти готовий, що ти усвідомлюєш всі ризики, які є. Це ж гроші, і вони великі. Ну, я об этом говорю, что, возможно, эту проблему решит какой-то льготный формат ведения бизнеса на этой территории. То есть это существенно, это когда ты платишь меньше налогов. И вы это уже обговаривали? Да. Здесь много инициатив, но я думаю, что с Министерством реинтеграции и с теми инициативами, которые сегодня подает господин Резников, вот, я думаю, что его авторитет и его целенаправленность, она позволит сделать какой-то конкретный шаг в этом направлении. Пане Володимире, еще одна серьезная проблема – это відтік молоді з регіону. Молоді люди виїжджають за кращою долею, за великими грошима, за рівнем життя, наприклад. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, я так вважаю, що молодіжну політику треба змінювати, але в якому напрямку, який треба, щоб був підхід до формування взагалі людського ресурсу? Ну, наверное, это проблема не только региональная, это, наверное, больше проблема общегосударственная, потому что вот я работаю в комитете науки и образования, и я с приходом в парламент возглавил такой отдельный подкомитет дошкольного образования и раннего развития ребенка. Вот. И на протяжении года я углублялся в этот вопрос. Вот. И с ужасом осознаю, насколько несовершенна государственная система в этом направлении. И когда мы говорим о раннем развитии человека, на самом деле мы говорим о развитии человеческого капитала государства. Потому что на сегодняшний день государственная политика в сфере развития человеческого капитала не была совершенной. И хорошо, что сегодня есть инициативы, и не только в Комитете науки и образования, но и в других комитетах, вот, направленные на реформирование этой государственной политики. Потому что тот опыт, который мы анализировали, который имеется в других странах, он очень отличается от нашего. И, к сожалению, нет, наверное, ни одной какой-то идеальной государственной системы, которую мы могли бы где-то взаимствовать, как уже накопленный опыт. То есть у каждого государства какой-то свой опыт в этом направлении. Але ви вже розумієте, які ці кроки можуть бути в цьому напрямку? Ну, опять же таки, начну с самого раннего, да. Вот. У нас развитие человека в государстве начинается с 3 лет, то есть тогда, когда ребенок попадает в дошколье. Вот. А на самом деле развивать человеческий капитал нужно еще задолго до того, как ребенок рождается в семье. Потому что, батьками? Да, то есть эту работу нужно проводить именно с родителями, и зарубежный опыт показывает о том, что каждый доллар, который государство инвестирует на данном этапе в развитие человеческого капитала, с лихвой окупится потом в будущем. И я являюсь членом постоянной делегации от Украины в ОБСЕ, и я говорил с президентом ОБСЕ Георгием Церетели, вот, что давайте обратим внимание на то, что давайте будем, скажем, упреждать причину развития человека, вот, потому что ОБСЕ – это про безопасность и про развитие. И
если государства будут заботиться о том, каким образом зреет личность, насколько развивается целостный человек, наверное, потом будет меньше преступников в мире, и потом будут намного проще уже бороться с этими последствиями. Попереджати легче, ніж виправляти, так? Да, то есть вопрос развития человеческого капитала в государстве – это еще огромный путь, который нам всем вместе предстоит пройти. Пане Володимире, дуже дякую вам за співбесіду. Приходьте до нас ще, і я бажаю вам ефективності в вашій роботі. Дякую. Да, до свидания. На все добре, дорогі друзі. Це була програма «Гість студії» на телеканалі «Сіма».